Мне кажется, вообще бесполезно в школе читать классику русских писателей. Потому что когда подросток читает гениальную Анну Каренину, он в этот момент думает не о внутренних терзаниях, переживаниях Анны, ее мужа, а о том, что, сука, мне еще 700 страниц, а? Из которых 600 не диалоги, блин, а? Помните, когда после каждой прочитанной главы мы вот так закрывали книгу и смотрели, сколько мы уже прочитали? И сколько осталось, помните? И каждый раз оставалось столько же, зараза, а? Вот у меня было полное ощущение, что я читал, ложился спать, ночью приходил Толстой, что-то, зараза, дописывал там еще. Скотина.